Надо кухню привести по-быстренькому в порядок. Что для этого нужно? Сейчас стулья поподнимаем на стол. Запустим пылесос. Он вообще-то у нас кисю. Везде пар пылесосит. Будет чистота, красота. Влажную уборочку сделает. Окна постоянно открыты. Балкон постоянно открыт. Пылище у нас летит. Но это неизбежно. Но это и не проблема. Сейчас мы здесь красоту наведем быстро. А, у меня сынок уже купил мороженое для кофе. Так что сейчас мы еще мороженое с вами. Ой, мороженое поставим. Кофе поставим. Ну, давайте сначала, ладно, раз я набралась. Раз я начала, что с моим сегодня, с моей речью. Раз я начала убирать. Сначала все поподнимаем, потом запустим пылесос, а потом уже поставим вариться кофе. О, кстати, я буду проводить эксперимент на днях. Катюшка мне подогнала сковородку. Вот такую, сейчас покажу. Катюшка мне подогнала вот такую сковородку, и я хочу на ней испытать новое средство, пятновыводитель, и вообще там она должна быть такая адская штука, которая отмывает все. Это подопытный кролик. Так, подопытного кролика давайте пока спрячем куда-нибудь, чтобы он нам глаза не мозолил. Как раз в подопытную дыру, пусть там и стоит. И подопытный порошок тоже уберем. Интересно мне стало, как это все работает и работает ли. А сегодняшний, наверное, вчера-то выкидывала уже. Каждый день... Кошачьи, смотрю, корма здесь стоят. Холодильник не убирают? Ставят здесь. Я каждый день думаю, свежее или не свежее. В Бульгарии можно это вообще отдавать или нет? Потому что ей не целую даем, а половинку, чтобы она не объелась. Она же леди. Так, посудомоечку. Вроде еще помыться пойдет. Так. А вот здесь не домылась. Утром я проснулась от того, что слышала, что жарится яичница. Думаю, ничего себе, кто проголодался. Сначала думала муж перед работой. А потом оказалось, сын встал рано и решил покушать. Удивительно, обычно его не заставить. А тут прямо порадовал мать. Вчера пила коктейль молочный. Все равно остаются как будто бы пятнышки. Как раз и чаша из-под блендера. И надо хоть какой-нибудь десерт приготовить. Правильно? Десерт на него как-то грустновато. Так, надо было низ сначала разобрать, а не верх. Потому что здесь есть такие чашки, на донышке которых собирается вода. Я не люблю, когда она падает на уже помытую посуду. И для тебя горят на небе звезды, для тебя безумно не живу я по стенкам, для тебя. Моря и океаны для тебя. Да? Это для киски я пела. Сегодня эту песню я пела своей киске. Она лежала и улыбалась. Понимает, как я ее люблю. Это ж надо, вот. Я каждый раз задумываюсь, как можно так сильно любить животное. Это настоящий член семьи. Это не животное. Вот у меня живет не животное. Нет, это член семьи моей. Моя сладкая девочка. Моя красавица. Вообще не представляю, чтобы мои красавицы не было у меня дома. Как здесь ложить, не знаю. Сейчас, погодите, чашу вмиксер уберу. Господи, вот эти всякие бутылки, глиненькие, настойки, которые бьет, выкидывают.
все, все это трени, фини, матрени. Сколько можно? Его. Вчера только разговаривала о том, что эти настойки никто не пьет. Стоит все. У меня же женщина сказала, что можно поливать цветы спиртным. Я почему-то думаю, что она пошутила. Как это спиртным поливать цветы? Разводить водой и поливать цветы. Мне все-таки кажется, что это шутка. А самое главное, для чего? Что будет от этого? Сейчас чашу отнесу. Для кисюнки все. Для тебя. Кисюнка. Кек. Ну шо? Пыль попротирать. Пылюку Гала гоняла. Гала, ты пылюку вытирала. Помните это? Сейчас шерстюку кисюкину уберу. Мне сынок купил еще мороженое Магнат. Вот я купил тебе и себе. Интересно, почему два сразу он купил? Наверное, потому что у нас двое дома, он не подумал, потому что Виталий захочет. Но я мороженое не хочу, потому я с удовольствием его отдам Виталику. Я его просто есть не буду. Будет ждать его в холодильнике, в морозильнике. О, надо ее посадить. Поздновато, конечно. Вчера посеяла, не знаю, что будет. Посмотрим, ладно, может что там зайдет. У нас такая весна. Вон я посеяла перед этим семена. А из-за того, что сильно холодно, они просто не хотели всходить. Спрели, там сгнили, ну потому что холодина. Рассаду, ну я дома сажала рассаду. Ну ёлки-палки, это столько места занимает. Не проехать, не пройти. Земля, естественно, у меня же не дача. Если бы у меня было место свободное, я бы, конечно, все в рассаде делала. А тут куда ее не напасешься? Ну, как-то я сажала прямо напрямую на клумбу, и все повсходило, и все было нормально. Так что, что взойдет, то взойдет. Что не взойдет, ну, значит, не взойдет. Всегда можно зайти там в Леруа Сад и купить уже готовые какие-нибудь растения, это вообще не проблема. Так что если у меня будет клумба как будто бы голая, я пойду и куплю уже выращенные растения. И ничего страшного. И посажу. Хотя у меня там розы в самом центре, они должны цвести. Они обычно все лето цветут. И красные, и розовые там красивые. В общем, действительно красиво и долго цветут. Они вообще изначально красную я покупала как бордюрная плетущаяся. Ну, бордюрная, и она в то же время плетущаяся. Но я посмотрела, вот ей третий год был, по-моему, в прошлом году. Три. Она что-то у меня не особо-то и плелась. Она как-то выросла, и все. Не знаю. Я ее решила пересадить, потому что здесь с краю, когда она цвела, только я вечером смотрю, думаю, все, завтра распустится у меня пару бутонов розы, полюбуюсь. Только я об этом подумала вечером, утром просыпаюсь, смотрю, уже сорвали цветы. Вот зачем? Я ее взяла, просто в центр пересадила. До центра там пока дойдешь, я имею в виду до центра клумбы, но это вообще уж слишком палевно. Она-то была у меня прям с краю, нагнулся возле заборчика. И сорви. Ну, видать, кто-то так и делал. Нагинался через заборчик, рвал. Так, все. Пошла пылесос запущу. Потому что мы все с вами подготовили. С пола все убрали. Молодцы.